В заключительных сериях сотрудника полицейского архива майора Андрея Вершинина внезапно повышают и переводят в приграничный город Портовой. Вершинину предстоит занять должность руководителя УВД вместо недавно погибшего полковника Авдеева. Нового начальника встречают очень холодно, подчиненные почти открыто с ним конфликтуют, а пресса и общественность взволнованы и недавней серией ограблений, просто возмущены этим назначением. Единственным верным соратником Вершинина становится журналистка Анна Логинова. Вместе они должны разобраться в происходящем в городе беззаконии.